служил в Афгане 4 года. Генерал-майор милиции Юрий Плугин за героический подвиг при выполнении интернационального долга был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Занимались и по борьбе с наркотиками, и по разложению банд формирований. Вот, и в том числе обеспечивали безопасный вывод и наших войск, готовили базу для вывода войск, еще первый заезд, когда личные контакты были с лидерами вооруженной оппозиции. На торжественном приеме ему и другим рязанцам, участникам тех событий, вручили юбилейные медали 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Глава муниципального образования, председатель городской думы Юлия Рокотянская поблагодарила воинов-афганцев за участие в общественной жизни региона. Знания и опыт воинов-афганцев востребованы в разных сферах жизни. Ветераны Афганистана работают в силовых структурах, в бизнесе и общественных организациях. Вносят значительный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения Родине. Обращаясь к воинам-афганцам, исполняющий обязанности главы города, Сергей Карабасов отметил, события тех лет вошли в историю как самый продолжительный и масштабный локальный конфликт после Великой Отечественной войны. В числе воевавших более 4000 жителей Рязанской области. Все здесь присутствующие воины-афганцы с честью справились со всеми трудностями, проявили самые ценные человеческие мужские качества – храбрость, стойкость, доблесть, преданность долгу. После вручения юбилейных медалей и муниципальных наград для гостей выступил ансамбль «Крылатая пехота». Напомню, основные торжества, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пройдут в Рязани 15 февраля. Денис Лева, Сергей Данилин, телекомпания «Город».